ли об этом. На самом деле, бретонские песни все очень длинные, потому что чаще всего под них танцевали. А чтобы танец подольше не кончался, надо было побольше куплетов. Так устраивались цепочечки, и дальше. Ну, а сюжет. Жила-была барышня служанка. Да, было у нее, значит, было у нее много-много ухажеров. Вот. Ну и самый перспективный был сапожник, который вот ей принес туфельки, ну и стал всякие куры строить там. Еще на 8 куплетов. Не дожидаясь свадьбы. Не дожидаясь свадьбы, да. Так, первый. À la cour du palais, il y avait une servante.